Владимир Путин отправится в Турцию, как только позволят эпидемиологическая обстановка и рабочие графики. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Следует отметить, что ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пригласил российского лидера в Турцию, ждет ответа из Кремля. Да, эта тема неоднократно поднималась в ходе последних нескольких контактов президента Путина и Эрдогана, подтвердил Песков журналистам. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что сложилась некая пауза и в проведении межправкомиссии, и высшего органа двусторонних отношений, который возглавляется двумя президентами. Эрдоган говорил, что он готов принять все эти мероприятия в Турции, добавил он. Президент Путин с благодарностью принял это приглашение, подчеркнул Песков.